Я понял, значит, поехали к Мартину. А, то есть вы это знали все это время? Да, все это время. Видите, это так я хотел бы знать несколько больше. Ведь почему-то меня таскали в проклятый суд и допытывали, дали я это, дали я то. Боже мир, это я все перенес, даже будучи не последним человеком, который видел Марс. Фред у него было днем, Олвен поздно вечером, может быть, даже в самый последний момент. Но мне не говорите ерунды. Ах, так ерунда. А что? А что вы знали? Что там делала Олвен? Она сказала, ездила спросить о пропавших детях. Очень многое нам это объяснило. Нет, что вы хотите этим сказать? Он хочет сказать, что Олвен поведала нам отнюдь не все. Мы знаем, что она отправилась, чтобы поговорить с Мартином относительно пропавших денег. Знаем также, что Мартин подозревал Роберта в похищении этих денег. Вот и все, что мы пока знаем. Мы не знаем, ни как долго она там была. Ни о чем мы не говорили с Мартином. Мы вообще ничего не знали. Что делать? Там в гостиной кто-то есть. Нахуй слышал. Должен сказать, лучше его тебе послушивание придумать трудно. Говорили о вас не мы о вас не говорили, ваше имя даже не помешало. Вы здесь все говорили обо мне? Я разумею к вам постель, что случилось. Эта мысль давала мне покой, поэтому я вернулась. Ну так успокой. Вы единственный человек, о котором мы пока еще не говорили. Это правда. Видите, Роберт, меня...